Итак, это ваша лаборатория. Здесь у нас две лаборатории. Одна мокрая и вторая сухая. Мокрая и сухая? Именно. Сухая предназначена для физики и математики. А мокрая, скорее всего, химия. Да, химия. И биология. И биология. Здесь занимаются наши студенты, которые учатся на программе Foundation. По науке или биомедицине. И также с сентября наши студенты на программе International Year One по инженерии. И студенты International Year One также пользуются лабораториями Ньюкаслского университета. То есть им разрешено также ими пользоваться? Да. И это та причина, по которой International Year One по инженерии может начаться только в сентябре, а в январе набора нет. Из-за расписаний. Для того, чтобы иметь возможность использовать лаборатории университета. Понятно. Но для курсов Foundation у вас есть возможность начать в январе. Да.